Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса дома. Глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что в столице утвердили алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом на дому. Об этом сообщает агентство новостей Москва. Уточняется, что соответствующий приказ уже подписан. По информации издания, утверждена схема работы скорой помощи на период с 23 по 30 марта. Согласно документу, теперь предусматривается дистанционное консультирование человека, который заболел новой инфекцией. Хрипун пояснил, что в каждой медицинской организации определяют лиц, которые будут ответственными за организацию телемедицинских консультаций. Стоит отметить, что пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестов на коронавирус. Добавим, что они должны быть проведены с разницей не менее в 48 часов. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!